Ага, бумага плотная, чтобы рисовать. Да. Хотите туфли? Да. На каблуках. Мама, смотри, бутылка, мы можем подарить. Какая кружка тебе нравится? Какую бы ты выбрала для своего подписчика? Ну что, всем привет. Я иду со Златой. Срочное дело. Златка, ку-ку. Что случилось? У меня к тебе срочное дело. Нам срочно нужно бежать. Быстрее. Куда? Быстрее. Куда? Побежали. Нам нужно покупать подарки подписчикам. Всем привет, и вы на канале Супер Злата. И знаете, для кого мы будем покупать подарки сегодня? Для вас, наши дорогие подписчики. Вы самые лучшие подписчики. Спасибо, что вы меня смотрите. И подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать мои новые видео. Ведь вам не сложно, а нам приятно. И условия вы узнаете в конце видео. А мы поехали! Смотрите это видео до конца. И там я вам расскажу подробности. Ну что, мы приехали в магазин выбирать подарки для вас, потому что мы хотим вас порадовать. И мы очень благодарны за то, что вы нас смотрите. Нам так приятно. Вот я... Как это сделать? Ну что, Златка, в какой пойдем отдел? Тот. Туда? Да. Давай. Что будем выбирать? О, хотите туфли? Да. На каблуках. Ребята, очень многие смотрят наш канал без подписки. Подпишись на наш канал и смотри наши видео до конца. Мама, мы пришли в отдел для рисования. И, ребят, напишите в комментариях, кто любит рисовать. Ну, а мы будем выбирать вам подарок. Тут есть скетчбуки. Боже, как красиво, Злата. Давай, смотри, посмотрим вот такой. Да. Ну-ка, открой, покажи. Что там происходит? Вот это. Ага, бумага плотная, чтобы рисовать разными штуками. И тут еще есть такая полоска, можно отрывать, и картина готова. Да. Очень удобно, красиво. Мама, смотри, бутылка. Мы можем подарить нашим подписчикам такую бутылочку. О, дай-ка посмотреть. И она хорошая. Ну-ка. Красиво. Плюс красиво. Этой бутылки знаете почему? Потому что... Смотрите, тут черная пимка, и мы вот так просто отодвигаем и тянем. И, конечно, гелевые ручки внутри тоже приятно. Златка, а может быть просто подарим вот такую красивую какую-нибудь куклу, как ты считаешь? Она очень большая. Большая, но красивая зато. Такая, ну да. Прям крутая. Вам нравится? О, я вспомнила, тут есть такие красивые кружки. Да, точно, тут очень красиво так. И они это... в следующем отделе. Это вообще много всего, но это у нас товары для дома. А где же кружки? Вот они. Вот они. Ну, какая кружка тебе нравится? Какую бы ты выбрала для своего подписчика? И я выберу вам вот такую кружку. А, понятно. Сумка перед моими глазами – это Шанель. Ну что ж, от стилиста Златомиры. О, мне такая нравится, мам, купи. Вау, что ты тут нашла? Если честно, я бы вам выбрала бы вот такую кружечку и стаканчик. Вообще, тут есть еще очень крутые всякие штуки. И Шопкинс – это, видимо, коллекционные вот такие игрушки. Вау, красиво. Ну, а если выиграет девочка, я бы подарила ей вот такой вот наборчик. Стопэ, Злата, а если выиграет мальчик, что будем делать? И еще вот эта классная тема. Напишите, ребят, кто любит играть вот в такой пузырчатый, это называется, пластилин, по-моему. Очень классно. О, классная идея, подарить Барби девочке или двум девочкам. И кто кстати... откажется от Барби-то после пережитого мультика и фильма? И хотите секрет? Расскажу. Хотим. Это Барби, мне кажется, новая, потому что у нее новая коробочка. Это такой чехол, который можно использовать под пенал. Вау, Злата, действительно, очень крутая упаковка. Но это обычная пластиковая. Мне очень нравится. Посмотрите, действительно. Мне новая очень новая упаковка. Вообще класс. О, и еще классная идея. Что тут у тебя? Это контейнер, который заполнен вот этими штучками для творчества. Вау, ты только посмотри. То есть мы покупали это все отдельно, и штучки, и контейнер. А тут есть уже готовый набор. Вот именно. Вот это класс. Ребята, что я еще нашла? Это что, это костюм Барби? О май гад.
То есть это прямо на ребенка какой-то красивый костюм. А еще, Злата, в детстве, я помню, любила вот такие шарики с игрушкой. Ты любила Лол. А это они? Нет. Экспертное мнение. Ребята, это Лол или нет? Ничего не понимаю. Напишите в комментариях. Ну, Злата-то знает ответ. Маракасы чик-чик-чик, маракасы чик-чик-чик. Ребята, смотрите АСМР от Супер Златы. Еще тут классные есть очень рюкзачки. А это у них что? А это ланчбокс прикреплен, да? Потому да. что все американские школьники берут с собой еду. Кстати, вот таких в России нету, и прикольно, если кто-нибудь из России, например, выиграет, такой получить. Еще тут очень много блокнотов для детей. Например, вот такой. Я очень люблю блокноты. Ух ты, здесь написано «Быть благодарным за маленькие вещи». И здесь можно раскрашивать, да, я так понимаю, вот это? Да. Смотрите, тут такая гравировка красивая. Be kind, будь добрым. Peace, мир. No rain, no flowers. Нет дождя, нет цветов. И, конечно, наклейки. Ребята, а что бы вы выбрали? Игрушку или товар для творчества? Злат, Злат, смотри, что я нашла. Я нашла яйцо, из него кто-то вылупляется. Умереть это меня. Мы же с тобой говорили про мальчиков. Вот и, пожалуйста, неплохой такой себе подарок. Умереть это от меня. Боже, Злат, смотри, что я нашла. Тут какая-то миссис Potato Head. Ты знаешь, что это? Да, это из мультика, где игрушки оживают. История игрушек? Да. О, вот это оживало? Можете себе такую представить? Ожившую. И что она делает, как ты думаешь? Она может трансформироваться. Мамочки. Мисс Картошка. Ой, Златка, я вообще обожала делать тебе вот такие вот подарочки. Тебе нравится такое? Если бы мне подарили такой подарок с такими крабиками. Очень хорошенький. Девчонки, пишите, кто любит вот такие всякие заколочки и помадки? Вау, в каждом магазине сейчас готовится к Хэллоуину, хотя еще времени много. Посмотрите, тут есть подушечки. Смотри, тут... О май гад. А вы видели наше видео с Хэллоуином, где я скупала все к Хэллоуину? А сказочка будет рядом. Особенно мне нравятся вот эти вот тошнящие травой, короче, штучки. Мы это должны купить. Это просто прелесть. Не, ребят, здесь очень-очень много всего. Тут хватит на много видео. И, Злата, а ты в курсе, что мы ждем посылку с хэллоуинскими костюмами? Распакуем, когда придет? Да. Круто. Условия конкурса. Вы должны подписаться на наш канал, поставить лайк и написать комментарий. И в следующем видео мы скажем, кто победил, и отправим приятный подарок от нас. Мы вас любим. В общем, ребята, мы будем ждать вашу подписку, ваши комментарии под этим видео. И из комментариев мы выберем тех, кому отправим приятный подарочек. Да, Златка? Да. Всем удачи, всем пока-пока и до встречи в новых видео.